кто не был, добро пожаловать. Мы проводим серию вебинаров на тему ценообразования и выхода из кризисной или предкризисной ситуации, которая сейчас наблюдается на рынках. Я сейчас отправлю в чат ссылку на анонс следующих вебинаров и ссылки на записи предыдущих вебинаров. Если кто-то пропускал предыдущие записи, там есть ссылочка на YouTube, где можно просмотреть наши презентации. Сегодня на связи я, Сергей Воробьев, и Юлия Береговая. Мы уже в таком составе проводили вебинар на другие темы. Там можете посмотреть на анонсе. Я сейчас передам слово Юле. Юль, привет. Как слышно нас? Да. Добрый день. Меня слышно? Да, слышно отлично. Отлично. Прекрасно. Да. Да, сейчас начну загружать презентацию. Всем еще раз добрый день. Так, все видно, да? Отлично. Итак, сегодня поговорим, наверное, больше уже даже не о кризисе, не о карантине, не о всех ситуациях, которые происходят, и о них тоже, но также хотелось бы понять, собственно, как существовать дальше, как развиваться, как двигаться. И для этого, на самом деле, приведу несколько примеров, поделюсь той информацией, теми данными, которые делятся нам наши клиенты и в разных странах, и в Польше, и в России, и где-то даже в Америке, то есть насколько там разные ситуации, какие тренды есть. Начну, наверное, с того, это буквально пару слов о себе. Я являюсь на данный момент Price Solution архитектор компании Компетер. Вся моя стремление направлено на то, правильно ценообразовывать наших ритейлеров дорогих и приводить максимальный результат. А если говорить о том опыте, который у меня был, конечно же, это компания Nielsen, в которой строилась вся аналитика, углубленная аналитика по ценообразованию, по промоэффективности. И вот как раз в рамках этого вспомнилось с периоды, собственно, каждого нашего кризиса, которые вызваны были, да, там и финансовыми кризисами, и кризисом в Украине. И как раз подготовка презентации для того, чтобы дать какую-то обратную связь, для того, чтобы показать, как все быстро меняется или не меняется, или что происходит. Я помню, что там были сначала у нас, мы готовили месяц, побыстрее закрыть месяц, да, получить свежие данные и, соответственно, сделать какие-то такие overview для того, чтобы поделиться, опять же, с клиентами и с партнерами. А потом дальше уже были недельные данные. И вот в нынешней ситуации, наверное, было бы очень смешно готовиться к какому-то материалу около 2 месяцев или даже полутора, потому как ситуация меняется даже не на недельной основе, а на ежедневной основе. И также достаточно активно общаюсь с моими бывшими коллегами из Нильсена, и я смотрю, что действительно уже в тех странах, в которых доступны дневные данные, по тому, как меняется, собственно, динамика продаж категорий, они уже делают в дневном разрезе, особенно если это какие-то достаточно частые репортинги. Итак, то есть если двигаться по тому, о чем же мы сегодня поговорим, это, наверное, мы немножечко посмотрим на всю ситуацию со стороны потребителя, покупателя, как он себя вел и каким образом это сказалось, опять же, на всем ритейле, на там e-commerce, на производителях и, собственно, на самом потребителе и покупателе, коими мы также являемся с вами. Наверное, я бы разделила весь период, с которым мы столкнулись, на таких больших 4 блока. Это паническая закупка, да, которая случилась в каких-то странах раньше, в каких-то позже, это где-то февраль-март, если говорить о Европе, о России, Украине. А дальше это было как раз вхождение в карантин и такой эконом, да, то есть люди покупали действительно максимально только сжатые категории, которые покрывали их там базовые потребности. Да, были определенные импульсные, но все-таки вот если смотреть абсолютно все данные, которые там есть по рынкам, то это самый-самый такой жесткий период для FMCG рынка, также для фэшена, то есть для всех, у кого никто, кто не, максимально быстро не смог впрыгнуть в e-commerce, доставку, да, и все равно объемы, в принципе, не те, поэтому это самый такой сложный период. Если говорить о трендах, опять же, росли базовые категории, понятно, потому что кушать всем что-то нужно, также росли детские категории,
категории, потому что дети, вне зависимости от того, что происходило в мире, они растут, они развиваются, и поэтому достаточно много категорий, действительно, даже увеличилась покупка, потому как дети дома в школу не ходят, в садики не ходят, соответственно, их нужно еще больше чем-то кормить, развлекать, одевать и так далее. Также слышала от многих наших ритейлеров, которые занимаются детскими товарами, что у них наблюдается, что действительно даже более премиальные какие-то категории иногда или частота покупки увеличилась, потому что все переживали о том, как дети будут себя чувствовать, да, как им комфортно, некомфортно, и они старались чем-то порадовать, да, то есть какая-то частота покупки увеличилась, в какой-то степени даже чек увеличился, потому что все, ну, если на всем остальном экономить, то на детях, конечно же, нельзя. А дальше мы, собственно, находимся в нем, это переходной период. То есть в каких-то странах, если говорить в Европе, у них уже там возвращение более активно. У нас мы только вступаем в эту эру. А, наверное, Россия немножечко еще с запозданием будет, да, то есть у вас только начинается этот период переходной. И здесь уже вот потихоньку, как в холодную воду, люди входят, пробуют, смотрят, что же, как же. А, какие-то возвращаются тенденции на рынок, какие-то действительно еще не время для них, какие-то на самом деле уже не вернутся или будут в абсолютно другом модифицированном формате. Ну и жить после карантина, говорить о ней, наверное, это такое будущее. Единственная как бы страна, которая, в принципе, которая уже вышла на это плато, скажем, это Китай. И также общалась с моей бывшей коллегой, которая является коммерческим директором в Китае, в Нильсоне. Она рассказывала очень много интересных вещей. И, соответственно, также поделюсь какой-то такой экспертной информацией, что же происходит в том мире, где как бы карантина нет, да, и действительно максимальное ослабление, и как люди себя ведут, и как они покупают и потребляют. Что же все-таки вызвало, в каких форматах, да, какие привычки, возможно, какие покупки совершали мы там или покупатели других стран? В любом случае мы знаем о том, что, да, первый период – это паника, это скупка там, круп, базовых, там, туалетной бумаги и всех этих вещей, каких-то средств по уходу за домом для того, чтобы это все как бы убирать. А дальше, как я и говорила, это такой карантинный период, когда очень все просматривалось и считалось, наверное, даже каждая копейка. И сейчас, соответственно, что покупаю сейчас и что будут покупать в ближайшем времени. Наверное, в совсем каком-то далеком будущем сейчас никто не решится делать прогнозы, но, по крайней мере, какие тренды есть. А то, что уже сейчас все перестраивают, действительно максимально стараются уделить этому времени на защищенную упакованную продукцию. То есть это дополнительные как бы мощности, которые должны покрывать это, да, для того, чтобы этот продукт прошел там какие-то дополнительные проверки. А действительно, я думаю, что продолжится и будет тренд это упакованных продуктов. Это как раз очень интересная как бы часть для вот таких стран бывших там, Советского Союза, СНГ, потому что у нас все равно достаточно высокая приверженность к нефасованной продукции, да, которую покупают. Они считают, что она более как бы свежая, там, особенно если это мясные продукты, если там это, опять же, те же крупы, там, на развес еще какие-то там конфеты и так далее. То вот здесь, наверное, будет уже даже те покупатели и потребители, которые где-то себе внутри считали, что так лучше, мне так свежее, я так контролирую, что я покупаю, а не кота в мешке, то здесь уже у них действительно не будет выбора, потому что как бы коммуникация, которая ведется действительно государством и, в принципе, всем сообществом мировым, что упакованные продукты – это более все-таки надежно с точки зрения безопасности. И точно так же, если там будет там, дополнительная сертификация о том, что прошло какую-то там, опять же, защиту, это будет приводить к большей уверенности того, что я покупаю, и переключение к конкретному продукту. То есть вот эти вот, как у нас есть такие тренды, да, такие как бы волны без ГМО было, там, без антибиотиков, без еще чего-то, то сейчас это будет новый виток с чем-то, да, там, с такой-то проверкой, с таким-то штампом, с такой-то там температурой хранения, с такой-то логистикой. То есть вот это будет дополнительная такая ценность у продукции, которая действительно сможет
и человека переключить, и, соответственно, где-то его мотивировать заплатить выше цену. То есть это такой блок, которым можно действительно где-то дополнительный получить профит, прибыль, но в то же время это, собственно, та сфера, в которую нужно инвестировать, или, по крайней мере, находить какие-то такие ниши, в которых будет сертификация, возможно, не требовать доп. Усилий, но, по крайней мере, это будет доп-коммуникация для покупателя. Фреш-категории, они на самом деле были наиболее в спросе, но их не было, потому как в рамках того, когда, собственно, доставка была не настроена, не налажена максимально по нашим странам, да, то есть, конечно, поднимались там всяческие компании там по фрешу, которые могли привезти там и овощи, и фрукты, и, соответственно, мясо, рыбу, но их действительно было недостаточно, а те, которые как бы могли работать и покрывать этот спрос, они все-таки ставили определенную премиальную цену, потому что какой-то такой доступной категории в этом плане не было. И опять же, для там, скажем, супермаркеты, гипермаркеты, большие сети, им нужно было, опять же, время перестроиться, потому что у них не было такой вот формата доставки. Ну, кто успел, кто смог, у кого были ресурсы, это хорошо, но фреш-категория, я думаю, с точки зрения приоритетности у людей, она будет расти, особенно учитывая, что сейчас люди готовят больше дома, проводят больше времени, и тут вот такие вот категории, они будут действительно в топе. А витамины и добавки, это понятно, это я об этом буду говорить еще несколько раз. Почему? Потому что после каждого всех наших там эпидемий, которые наблюдались, гриппов и так далее, всегда есть всплеск внимание к определенным добавкам, витаминам и все то, что поддерживает наш организм. Лично я не уверена, что этот тренд будет очень длительным, в зависимости, конечно, что будет происходить в мире, но он чаще всего имеет такую тенденцию роста и спада. То есть сейчас, да, сейчас все напуганы, сейчас все там думают о том, как себя я буду чувствовать, как я буду поддерживать свой организм. А потом, соответственно, если все успокоится, устаканится, все люди расслабятся, немножечко это, опять же, уйдет. Но как потенциал развития каких-то услуг, продуктов и всего того, что направлено на здоровье, сейчас, конечно, это будет, опять же, в какой-то такой, в каком-то тренде, потому что даже по всем исследованиям, все там 75 респондентов сказали, что будут уделять внимание своему здоровью больше, проходить больше обследований. И вот, опять же, тут немножко перепрыгну, умные часы – это такой тоже буминг, который во многих странах продажи очень сильно выросли за счет того, что все захотели все-таки каким-то образом отслеживать, а что же с моим здоровьем, да, там как-то у меня сердцебиение, ну, сейчас много всяких версий. И это как бы такой за небольшие деньги забота о себе и, соответственно, наверное, тоже желание как бы сделать себе приятно, потому что все-таки умные часы – это не только забота о здоровье, но также какой-то определенный гаджет себя порадовать и себя развлечь. Вот. Поэтому действительно это наблюдается, и люди будут уделять этому внимание. Другой вопрос, насколько сильно он продлится и насколько действительно, ну, в зависимости от того, как будет развиваться. Уход за домом – это такая большая часть, которая, наверное, вот больше всего вырвалась из таких нестандартных категорий. Почему? Потому что действительно мы все стали проводить очень много времени дома. И я думаю, и среди вас, и среди ваших знакомых была такая как бы категория людей, которые, да, они как бы использовали дом, как где-то прийти, переночевать, провести какое-то время, но, в принципе, в основном это была работа, это были какие-то, соответственно, общественные места, особенно если это касается молодежи. Конечно, там семейные немножко больше времени, но, тем не менее, тоже никто не хотел быть закрытым там в четырех стенках с двумя-тремя детьми маленькими всегда, или даже большими, и хотели находиться, где бы проводить вне дома. И, соответственно, в этой ситуации очень много все было направлено на улучшение комфорта времяпрепровождения дома. Как учиться, как работать, как проводить свой досуг, каким образом. То есть, мне кажется, вот это такая сфера, которая покрывает все сегменты, от минимально каких-то, скажем так, недорогих до премиальных. Потому что если ты откладывал покупку чего-либо для дома, что тебе было не в первой необходимости, вот тут она вышла на первое место. Здесь также подтверждают наши клиенты-ритейлеры, особенно с точки зрения электроники, категории телевизоры, это просто бум.
все выбирают, то есть диагонали функции, потому как, ну, находясь, соответственно, больше одного человека дома, все хотят иметь возможность смотреть свою программу или смотреть на большом экране и так далее. То есть вот это в Греции мы общались, в странах Балтии тоже ритейлеры, наши, соответственно, ритейлеры, это говорят, телевизоры, да, мы просто не успевали их даже доставать со складов, то, что там где-то, не знаю, какие-то остатки были, да. Ну, конечно, также в онлайне это тоже много покупок было именно за счет онлайна. А готовить дома, то, о чем я тоже говорила, в принципе, как бы сейчас такое количество всех онлайн-мастер-классов, каких-то стримов, каких-то, ну, это уже действительно еще один вариант интертеймента для дома и, соответственно, для себя, да, кто этим не занимался, кто хотел попробовать какие-то блюда. А, конечно, для тех семей, в которых, собственно, чаще всего, как бы, готовка еды происходила дома, да, там питались там 70%, 80% дома, то для них это, наоборот, еще больше, скажем так, давление, потому что каждый день кормить семью 3 раза в день – это достаточно сложно, но, опять же, тут покупка была дополнительных каких-то средств, там, комбайнов, каких-то тостеров, грилев, то есть, ну, это тоже есть, наверное, в меньшей степени, чем телевизор, потому что если выбирать между кухонным комбайном и телевизором, конечно, думаю, вся семья выберет телевизор. Вот. Но, тем не менее, это также будет. То есть следующий вариант – это действительно это готовые, полуготовые наборы. Это то, что, в принципе, до этого развивалось, но оно было очень нишевое и дорогое. Да? Когда у нас вот даже в Киеве, я читала, появилось много таких компаний, которые делают набор готовых продуктов. Даже там некоторые подготовлены уже для того, чтобы они доставляют, и вы просто их, собственно, там готовите в течение там получаса. То есть там нет каких-то суперсложных блюд, но вы можете как бы там порадовать семью, даже не имея каких-то там суперспособностей. И если раньше они говорили, что у них там было заказов, ну, там, какой-то был, как бы, да, базовое, но действительно они очень сильно увеличились, они расширили свой ассортимент с точки зрения там каких-то базовых блюд, каких-то более премиальных блюд, а блюд на большую компанию, то есть все что угодно. То есть всегда можно находить в любой ситуации, а, конечно, сложно перестраивать производство, перестраивать свои ресурсы, как бы находить какие-то вот эти моменты очень быстро, потому что, ну, действительно, зачастую компании, они им требуют какое-то время для того, чтобы перенаправить это все, пересчитать. И вот тут, наверное, во всей этой ситуации было главное не паниковать, да, и сразу же находить эти новые возможности, потому что по-разному реагировали наши клиенты, кто-то действительно уходил в определенный ступор, а там, да, вот все заморожено, все, мы там уходим, там, все, пока, увидимся, не знаю когда. А кто-то на самом деле абсолютно спокойно, да, мы сейчас перестраиваемся. Самое интересное, как меняется риторика общения, как меняются тренды, в которые люди смотрят, и направления. То есть буквально каждую неделю мы слышим какие-то новые там запросы от клиентов. То есть сначала, конечно, все было это онлайн, да, давайте быстренько, что там в онлайне, какие там цены, как там цены образовываться, что делать. Теперь уже, наверное, ага, онлайн, офлайн. Как, соответственно, коммуницировать, да, как привести своего покупателя там, между каналами взаимодействия. Дальше уже действительно идут инновации. А что же, все понимают, что, ну, как бы рынок будет каким-то образом развиваться. А куда смотреть, а что производить, а что вести, собственно, что ставить на полку. То есть вот когда это, наверное, требует еще больших усилий, еще большего времени, чем даже стандартная как бы, да, работа в обыкновенных как бы, условиях, но там, как бы, кто готов действительно уделять это внимание, ресурсы, я думаю, что они выйдут с наименьшими потерями из всего этого периода. Собственно, как и где покупать? Мы понимаем, что действительно это такие, как бы, такие тренды новые, это онлайн. А также из всех вебинаров там, и конференций, которые сейчас посещаю, первый вопрос, говорит, в основном, да, по рынкам было там кто-то, ой, когда же у нас уже онлайн будет 5%, ой, когда у нас там онлайн будет 10%, а сейчас все сидят, ой-ой, куда же он бежит, летит, он уже там 30%, а мы не успеваем, и собственно, и логистика, и поставки, и так далее. То есть тут всегда как бы такой даже перекос в другую сторону. А вторая часть, это действительно очень, наверное, релевантно
для небольших городов, для каких-то таких локаций, это проверенные места. То есть это тоже мы услышали, что и в Европе, и даже в том же Китае, то есть в тех местах, которых вы знаете, вы покупаете там много лет, конечно, это не сетевики, потому что сетевик – это все-таки не твое родное место, которое ты любишь там, а это именно какие-то небольшие магазинчики, небольшие, опять же, там по салонам красоты, да, там по всем услугам, которые оказывают. Здесь тоже начинаешь проверенно, я доверяю, я знаю их там не один год, и поэтому я к ним пойду. То есть здесь немножко переключение, наоборот, уменьшается. То есть я не пойду куда-то, потому что вот мне вот сейчас удобно, да, я могу заехать, или там цена ниже, или еще что-то. То здесь они будут все-таки там, вот там я знаю, что там безопасно, как бы так. А комьюнити – это тоже такой растущий, я не могу сказать, что прям топовый тренд, но это объединение определенных по интересам, по заказам, да, по предложениям каких-то услуг, то есть такие сообщества, как бы, которые такой мелкий бизнес, очень мелкий, покрывает, и туда тоже люди входят и чувствуют себя, соответственно, в своей тематике, то есть это обмен какими-то такими услугами, да, то есть я там, не знаю, торгую, грубо говоря, или там, не знаю, что-то вышиваю, что-то шью, кто-то готовит, кто-то... Это тоже развивается, потому что люди здесь в этом комьюнити, идет такое сарафанное радио и тоже доверие, что ну, вот, там, кто-то сказал, там, Маша, Саша, Петя, что там все хорошо, там нормально, это там домашнее или там у них маленькое очень производство, то есть там должно быть все отлично. И скорость. Конечно же, скорость. Почему? Потому что как бы все понимают, что вот с доставкой, с теми проблемами ожидания, которым столкнулись. То есть сейчас все хотят все-таки получить и заказать, и совершить покупку, и, соответственно, получить свой товар, да. И я уже много раз слышу сейчас от своих там друзей, коллег, говорит, ты представляешь, я заказал, они мне перезвонили, написали там очень быстро, там чуть ли не на выходных, а уже через день я получил, соответственно, свою покупку. И у всех просто детская радость. И действительно, уже там никто не смотрит, кто там какие, там, не знаю, 100-200 там, рублей, гривен или долларов переплатил. То есть тут уже эта ценность обслуживания, ценность какой-то доп. Сервиса, который даешь, да, ты там, понятно, общаешься с своим клиентом в удобном формате, хочешь в Telegram, хочешь в Viber, хочешь позвоню, не хочешь приду и так далее. То есть, но вот скорость реагирование и скорость поставки, наверное, будет все-таки одной из ключевых и в дальнейшем. То есть если те как бы ритейлеры и те бизнесы, которые сейчас немножко как бы выросли, поднялись за счет e-commerce и онлайна, для того, чтобы, собственно, удержать свои позиции и дальше быть на гребне волны, да, они должны, собственно, обеспечивать этот плюс по сравнению, допустим, там, с классическими офлайновыми магазинами. Следующая часть – это, скажем так, во что же инвестировать, да, вот если вы работаете в определенной сфере, это может быть и ритейл, это может быть и производство, это может быть и услуги. Конечно, это смарт-покупки, то есть это уже такое как бы именно нарицательное, то, как будут происходить. Наверное, тут соединилось два желания. Одно желание людей, которые, скажем, которых называют интроверты или которые не очень любят, собственно, взаимодействовать лицом к лицу, да, в физическом контакте. И, соответственно, вся ситуация, при которой их нужно минимизировать физические контакты. И здесь это слилось воедино, и сейчас все каналы, которые будут приводить к минимизации действительно физического контакта, они будут на уровне, на них будут смотреть, будут обращать внимание на приложения мобильные, на онлайн, веб, да, вот то, что, опять же, какие тренды наблюдаются, что люди сидели дома, если до этого это было мобильные приложения, которые там семимильными шагами развивались, то сейчас там самый большой процент, конечно же, всех покупок и, в принципе, того, что приходило, оно приходило с как бы десктопов, да, то есть ну, с компьютеров, там, с ноутбуков, не с мобильного варианта, потому что люди могли провести время дома. И вот здесь, соответственно, нужно поддерживать это, нужно это удобство, чтобы человеку было комфортно, вне зависимости от того, какой канал коммуникации он выбирает, он проводил свою покупку, также легко,
да, и, соответственно, мог забрать, если ему комфортно, он приедет, заберет по пути, если ему комфортно, там ему это привезут, или, допустим, он даже может пойти в, непосредственно забирать в зал магазина, и, что, опять же, доказывают исследования, если человек уже приходит забирать свою покупку, он чаще всего докупает что-то еще, то есть сопроводительная покупка наблюдается. Но, опять же, заказ он хочет совершить в удобной ему форме, не как бы не общаясь ни с кем там, возможно, не проводя много времени. А продукты здоровья и защиты здоровья, то, что, опять же, проговорила, наверное, повторюсь, что тут нужно понимать, что это будет иметь спрос, но не очень долго, потому что мы все как бы люди, у нас все есть, как говорится, грехи и пороки, и если, допустим, мы сейчас в какой-то критической ситуации думаем о том, как жить здоровее, как себя защищать, то через какое-то время мы расслабляемся и все-таки хотим получать определенное удовольствие, да, и меньше думать, соответственно, о каких-то там защитах и переплачивать за это. Ну, на ближайшие полгода 100% мы готовы в это, собственно, инвестировать свои деньги тоже. Все для дома, то есть тут, наверное, это продержится дольше, в зависимости, конечно, от того, как люди будут, если люди будут оставаться на удаленной работе, они в любом случае будут инвестировать в свой дом, ну, соответственно, в обустройство и комфорт. Если, опять же, будет такой тренд, что если родители остаются работать дома, дети будут тоже на дистанционном обучении, сейчас это просто бумит. То есть все для дома, этот 100% инвестировать можно. Инновации, новые продукты. Это самый большой такой критический вопрос, который задавали тоже очень многие и производители, и ритейлеры, и что видят? Видят отклик, что люди хотят пробовать что-то новое. То есть вот в рамках какой-то такой изоляции, невозможности каких-то дополнительных для себя развлечений, опыта нового, да, какого-то впечатления, они хотят новые продукты. И уже показывают все как бы исследования, что готовы пробовать, готовы переключаться. Даже не, то есть если до этого была такая приверженность, да, к своему стандартному, своей стандартной корзине покупок или там брендов, или продукции, к которой привыкла, то сейчас, наоборот, смотрят что-то по сторонам, а что же появилось интересного, а какую ценность, какой, как бы, кроме там базовых моих потребностей, что еще этот продукт может для меня принести. И вот тут действительно большая часть – это как раз исследование, это подхватывание каких-то трендов и максимально быстрая реакция на это. А какие же вызовы у ритейла? Я не буду говорить о каких-то, возможно, совсем глубоких темах, потому что я знаю, что очень много вопросов поднимается, как перестроить абсолютно всю систему для того, чтобы она была независимой, да, чтобы она могла сама себя обслуживать, чтобы меньше было заложено рисков вообще во всем пути, да, вот ритейла, поставки, донесения продукта к покупателю. Но если, опять же, обозначить такие критические, которые все говорят ритейлеры, это, наверное, даже не то, что там что-то упало или перестало продаваться, или еще что-то. Поставка и обеспечение – это стало номер один. Просто это там, у кого-то не хватает поставщиков, которые тоже ушли на карантин, у кого-то не хватает складов, кто-то не может довести. Ну, то есть у каждого ритейлера действительно была своя проблема. У кого-то старые там и какие-то продукты, да, они остались на складе, их некуда девать, соответственно, они не продаются, а других не хватает, то есть их не успеваешь подвозить, потому что идет какой-то всплеск. И вот здесь это, опять же, все как бы уже поставили, что действительно все средства, которые там будут свободны, не будут свободны, будут направлены на то, чтобы сделать это максимально автоматизированной системой, максимально независимой, да, от того, что происходит, да, и каким образом можно обеспечить там базовые все как бы продукты. И также, что будет отдельная тема, это централизованная обработка и упаковка продукта. Почему? Потому что, опять же, вот там, если говорить о том, что я говорила, какая-то сертификация, какой-то штамп, какой-то там документ, если это будет сделано в одном месте при соблюдении там всех норм, то с этим легче будет, и не, если какие-то, опять же, вводятся ограничения или повышенные требования, то, соответственно, ритейл может это обеспечить и сразу же как бы подхватить. Не надо на это, опять же, дополнительных денег или времени при такой ситуации. Ассортимент и полка. Ассортимент должен быть очень гибким. Почему? Потому что мы увидели, как люди очень легко могут переключаться.
И это говорит не только, собственно, о каких-то таких карантинных вещах, но на самом деле то, что показывают все, как бы, опять же, наши прекрасные футурологи, это то, что сейчас люди будут более, как бы, чувствительны к любым таким вещам. То есть если до этого, как бы, мы жили в каком-то таком мире, что вроде бы, ну что такого прям ужасного или глобального может произойти? Или если это где-то что-то и происходит, это не коснется меня. Сейчас люди будут более к этому чувствительны, и, соответственно, на любые, как бы, такие флуктуации, все, что бы ни происходило в мире, они будут очень ярко реагировать, да? Они будут перестраивать свои предпочтения. Поэтому адаптация должна быть очень быстрая, она должна быть максимально, да, организованная под спрос. И тут вопрос, это опять же запасов, складов, настройки всего там производства, насколько можно это сделать адаптивным. Это достаточно сложно, это опять же требует больших ресурсов. О том, что говорила, механика достаточно должна быть простой и автоматизированный для того, чтобы не нужно было проходить там сколько-то этапов, чтобы там этот ассортимент стал на полку, да. Опять же, и с точки зрения общения и взаимодействия с производителями, что должны быть вот каким-то упрощены эти все вещи, то есть если сегодня давайте ставить это, давайте это, завтра это. И самое интересное, то, что тоже это была как бы такая декларация всех покупателей, это расширенная полка, физически расширенная полка для какой-то безопасности, что ты можешь подойти и взять продукт, и ты не должен толкаться там, не знаю, плечами с кем-то. И что продукции, допустим, разные категории, они между собой не так сильно, не плотно взаимодействуют, соответственно, не идет никакого как бы распространения чего-либо. Конечно, это уже такой момент, наверное, чуть-чуть дальше, но он, я думаю, он будет все равно присутствовать, и вот это вот свобода передвижения, свобода выбора и безопасности, потому что вот маленькие магазины в этом контексте, наверное, могут страдать больше всего, потому что им сложно расположить там максимальный ассортимент на минимальной площади. И вот тут, наверное, нужно смотреть какие-то альтернативные варианты, как этот товар, собственно, опять же, донести покупателю. А ускорение омни-интеграции – это тоже такое, как бы, уже на слуху. Здесь нужно, наверное, применять какие-то инновационные способы, где-то взаимодействовать с сообществами, как я и говорила, то есть вы смотрите, что в вашей тематике, что в вашем бизнес-направлении сейчас идет, и вы максимально быстро с этими направлениями интегрируетесь, потому что сейчас видно, что всяческие кооперации, коллаборации, они очень помогают, да, для того, чтобы поддержать и ваш бизнес, и друг друга, и найти какой-то новый симбиоз с точки зрения там сервисов или, опять же, продуктов, услуг для покупателей и потребителей. Возможность быстрой покупки, как я и говорила, она должна быть. Коммуникация, как ни крути, да, нам нужно коммуницировать и вот показывать, что мы в ногу идем со временем, в ногу с рекомендациями, нормами, требованиями и так далее. Вот опять же моя коллега, она сказала, что очень интересная тематика была в Китае, что тот ритейлер или тот сервис, который максимально много говорил о том, как они, соответственно, ведут себя вот в этих рамках, да, что они там вот это, вот это, вот это, вот это. Конечно, мы не можем гарантировать, насколько оно выполняется в реальной жизни, там 100%, 90% или 80%. Но потраченные, скажем так, ресурсы и деньги на коммуникацию о том, что мы все делаем, мы самые безопасные, мы все выполняем, оно действительно помогло тем именно производителям, это говорили там CEO некоторых компаний. Расширение так называемой коммуникации онлайн-то-офлайн, да, для того, чтобы использовать больше экранное время наших покупателей, которые они проводят, и я думаю, опять же, не будет оно сокращено даже до тех рамок, которые было до карантина, возможно, летом, да, там в теплые периоды, когда люди больше там на улице и так далее, но в то же время все равно оно будет очень много внимания привлекать, соответственно, тут легче будет, ну, как не легче, нужно будет приводить из онлайна в офлайн, соответственно, коммуникацию, рассказывать там определенных каких-то дополнительных бонусах, сервисах или еще, то есть, чтобы вот этот путь, он был как бы устаканен, да, и вы знали, что, соответственно, этой коммуникацией вы приведете покупателя к себе.
Ну и социальная активность также есть очень сильное влияние за счет того, что если вы там, если там ритейл, производитель, там, услуга помогает в определенной степени каким-то незащищенным слоям населения или каким-то дополнительным бизнесам или еще что-то, то это тоже очень ценится, и здесь немножко вот в таких ситуациях критических у людей действительно включается повышенная такая потребность вот в этом социальном, социальной защите, в социальной активности, и, наверное, даже больше какое-то, ну, не то что сострадание, но ну, вот, вот вера в то, что вот если этот конкретно там ритейлер или производитель или компания что-то делает в этом направлении, значит, я хочу быть с ними, я хочу их тоже поддержать. И, соответственно, закончим мы, наверное, на такой теме, насколько же все кардинально или не кардинально изменилось, насколько люди стали другими, их привычки, их поведение. Конечно, тут, наверное, больше всего пострадает та область, которая требует непосредственного социального контакта. Да? Это путешествия, это развлечения, которые, соответственно, ты должен выходить, проводить время, где много людей. Также я думаю, что очень сильно изменится эта работа из дому, потому что многие компании не вернутся к такому формату ездить в офис там и проводить время. То есть здесь, наверное, многие кто-то почувствовал, насколько это эффективно, что как бы люди, ты не тратишь на офис, ты не тратишь там на время на дорогу, но ты можешь, опять же, приносить те же результаты. Оно будет модифицироваться, оно будет в какой-то степени меняться, но я думаю, что это действительно будет такая уже новая реальность нашего мира. И как это выявляется? Вот также исследования показали, что максимально, что люди сказали, что они будут меньше использовать общественного транспорта. То есть, потому что они, ну, как бы, это самое там распространяемое, да, место, где ты можешь заболеть, заразиться, еще что-то произойти. Соответственно, что это, к чему это может вести? Это покупка любых средств передвижения. Это, конечно, там машины, это какие-то даже летом, не знаю, там электровелосипеды, самокаты и так далее и тому подобное. Я думаю, что это тоже будет бумно. Это я уже сейчас вижу на наших улицах, там где-то в парке. То есть ты уже пешком пройти не можешь. То есть у тебя уже вот этот мелкий весь транспорт, он тебя просто давит, душит. Вот, поэтому тут я думаю, что действительно, с точки зрения развития всех электро вот этих вот транспортов, оно даст такой как бы прыжок в этой сфере, и это будет не просто для развлечения, но и как, опять же, средство передвижения. Меньше развлечений вне дома, как я и говорила, покупка большего диаметра телевизора или же всяческих приставок. И вот мне недавно друг говорил, он живет в Японии, и говорит, у нас дома так, у меня Nintendo или что-то такое, а у моей девушки Xbox, да, потому что он любит вот игры и вот формат Nintendo, она любит Xbox. Они живут вдвоем, у них, собственно, две компьютерных приставки, тоже огромный телевизор, и все. То есть вот это, от этого никто никуда не уйдет, это будет развиваться, и я думаю тоже, что там есть потенциал того, чтобы вкладывать или предлагать какие-то дополнительные товары и услуги там. Новые форматы обучения. Много, я думаю, останутся все-таки на дистанционном обучении, и как школьники, так и университеты. И, соответственно, нам нужно обеспечивать будет больше средств связи, коммуникации. Это опять телефоны, компьютеры, ноутбуки, модемы. Это нужен стол, это нужен хороший стол и так далее. То есть вот эти все вещи, они, я думаю, продолжат расти. Они продолжат быть как бы такими для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. И еще такой тренд всегда, он наблюдается, я говорю, в таких ситуациях, что люди определенные, не все, определенная категория людей будет готова доплачивать за безопасность. То есть если раньше, допустим, вы там могли поехать в отель и жить там в номере, и рядом быть много людей, и ходить там на all-inclusive в ресторан, да, то сейчас, наверное, часть людей подумает и чуть-чуть доплатит, и там снимет дом, или будет в каком-то таком формате отдыха, где он не будет пересекаться с таким количеством людей. Это простой пример, это будет касаться, я же говорю, всем. Это и продукции, на которой будет там какая-то дополнительная маркировка, и, допустим, что там обработано, и если человек будет уверен, что ну, действительно оно safe, да, оно безопасно для него, он будет готов за это платить. Но не все привычки станут нормой.
Это тоже интересно, потому что, опять же, Китай. Вообще, в принципе, в Китае все продажи, собственно, рынка FMCG, они не упали к прошлому году. То есть они сейчас в ноль. Конечно, учитывая, что Китай, как бы, который растет и бумит, для них это тоже уже печалька, но скажем так, перераспределились за счет онлайн-продаж, да, то есть вот этот весь падение как бы ушло в онлайн, и сейчас уже вот там у них с конца марта у них все возвращается, собственно, на определенный уровень. Теперь как бы категории там алкоголя, которые упали в рамках карантина, безалкогольных напитков, потому что там их не пили дома, даже молочка упала, все вернулось, собственно, на тот же уровень, который был до этого. Стремление к открытым площадкам, ресторанам, оно не уменьшилось, все хотят люди общаться, все хотят сидеть и на улице и так далее, поэтому здесь, опять же, это вернется на тот же уровень. И импульсивные покупки, которые сейчас люди, если выходят, если они посещают какие-то уже места, то, конечно, они уже могут совершить немножко больше необдуманных покупок или на то, на что они как бы не рассчитывали. Это если говорить о том, что, по крайней мере, на сейчас вот эти все вещи, они возвращаются, и они будут релевантны. А с моей стороны все. Если есть вопросы какие-то, вы можете писать их в чат. Алло. Слышно? Да. Юль, да, спасибо большое, было очень интересно такое погружение, исследование на основе таких международного опыта. У компании Computer очень много контактов за рубежом, в Европе, в Америке. Получили сегодня интересные очень инсайты. У нас, коллеги, если есть вопросы, задавайте в общий чат. Если нет, у нас времени не так много осталось, мы двинемся дальше. И если они возникнут по ходу моей презентации относительно Юриной, то тоже задавайте, мы ответим, соответственно, в конце. Я сейчас переключусь тогда на свою презентацию. Скажите, как видно будет, не видно, поставьте плюсик в чат. Угу. Все хорошо видно. Я сегодня поговорю о более такой практической штуке. Сейчас Юля сделала очень интересный обзор рынка. Я вам расскажу, как обычно, в конце такие бизнес-кейсы, которые можно встретить в реальной вполне себе работе. И расскажу даже, как я с этим сам лично сталкивался на тему смежных категорий. И это одна из таких тем ассоциативных правил, и не всегда очевидно, как это вообще, в принципе, можно применять в ценообразовании, потому что это целый подраздел ML-аналитики. Ну, в первую очередь хотел бы вам представиться. Я давал ссылку, опять-таки, на анонсы, на вебинары, на предыдущие. Там я более подробно о себе рассказывал, но если очень коротко, то я такой отраслевой эксперт, который с опытом порядка 10 лет в ритейле, большая часть из которого направлена была на ценообразование и маркетинг. Также поучаствовал в управлении торговым пространством, мерчендайзинге, планограммировании, ну и в многих других сферах, причем в разных сегментах и в разных компаниях. Итак, что есть методология обучения ассоциативным правилам? Ну, по-английски называется IRL, Associated Rule Learning. Это один из методов машинного обучения, который помогает обнаруживать связи, взаимосвязи между элементами на какой-то заданной выборке. Но применительно к ритейлу это очень просто выразить. Если человек купил товар А, то он купит товар Б. И все комбинации таких формулировок. То есть или я покупаю товар или А, или Б, или вместе покупаю, как часто, насколько устойчивы такие связи. На самом деле эти методы появились не так давно, вот только в начале 90-х были самые первые упоминания, а на российском рынке, или там рынке СНГ, данные методы стали применяться совсем недавно, буквально последние 5 лет, потому что не хватало данных в выборке для того, чтобы запускать такие алгоритмы и анализировать. Есть такие базовые понятия данной области ML, и одно из таких базовых понятий – это так называемое определение support, которое как раз и вычисляет некую устойчивость связей. Ну, так, на таком очень большом простом примере, да, у нас есть там 5 транзакций, как часто покупаются пиво с водкой совместно, можно посмотреть, сколько
в каком количестве чеков они пересекаются, там порядка 40% на текущем примере. Это понятие саппорт, оно базовое, его можно считать как для отдельного продукта, для трех продуктов, для двух продуктов. В общем, различные виды пересечений, можно считать их в разрезе SKU, в разрезе категорий. То есть это такая фундаментальная основа Rail-анализа. И есть с помощью такого показателя, как саппорт, есть ряд методик, что конкретно мы можем оценивать. И одна из таких метрик – это показатель лифт, который показывает именно степень зависимости товаров один от другого. Степень имеется в виду какую-то цифру, да, то есть можно получить какое-то не просто словами, да, там пиво с чипсами связано, да, каким-то образом, а есть какие-то неочевидные связи, вроде там одеялы пододеяльников, и непонятно, сильнее ли эта связь, чем пиво с чипсами. Как оцифровать вот эту силу связи, как отранжировать взаимосвязанные товары, помогает как раз эта метрика лифт. Она также базируется на показателе саппорт, который я приводил ранее. Также можно оперировать больше, чем парами товаров. И у показателя есть, соответственно, уже какая-то семантика. То есть если товары не зависят друг от друга, то значение лифт будет равно единице. Значение больше единицы показывает зависимость ее степень. Соответственно, чем больше значение, тем более зависимые товары друг от друга, да, то тем больше они дополняют. И значение лифт меньше единицы, товары не связаны. Здесь вот через значение лифт товары не связаны можно вычислить товары-заменители. То есть тут нужно будет, конечно, выборку натравливать на определенную категорию, посмотреть чеки, транзакции по картам лояльности. Но через этот же показатель можно, в принципе, выявить товары-заменители, немного адаптировав его. Но если на простом примере, исходя из тех вот набора датасета, который я приводил вот на предыдущем слайде, можно вычислить, насколько связанные между собой водка и пиво, да, по той же методологии, и сравните, насколько связаны водка и колбаса, да, исходя из той выборки, которую мы показываем. И здесь, по примеру, видно, что там водка и пиво имеют коэффициент такой лифта 1,5, а водка и колбаса 0,8, то есть, по большому счету, они не связаны. То есть водку с пивом, ну, это, конечно, выпуклый пример, естественно, он синтетический, он не с реальной жизни. А дальше расскажу из реальной жизни интересные кейсы, которые можно было так, которые реальные ритейлеры вычислили, исходя из такой методики. Но вполне очевидно, что если в пересечении вместе, доля пересечения товаров вместе занимает значимую долю в количестве транзакций отдельно этих товаров, то, конечно же, эти товары покупаются совместно. Но здесь важно не путать их с комплементарными товарами. Есть такие типы товаров, которые друг без друга значительно теряют продажи. Комплементарные, это прямо есть такое определение в аналитике. Например, ну, очень яркий пример – это там, машина и бензин. Да? То есть нет никакого смысла в машине, нет никакого смысла в бензине отдельно. Да? То же самое может касаться, например, тех же самых подушек и пододеяльников, да, то есть нет никакого смысла их покупать отдельно, их покупаются комплектом. Есть, конечно, менее такие устойчивые связи, ну, например, компьютер и мышь, да, то есть там можно иметь, можно управлять, в общем, компьютером и без мыши, и купить его без мыши или купить в другом месте, но точно мыши дополняют компьютеры значительно. Это тоже один из подтипов сильной связи, которую также можно через лифт вычислить, но сам тип товаров здесь при этом другой. И если применять это более так углубленно для ценообразования, как вообще можно такие методики ценообразования применять, можно, например, укрупнить аналитику не до конкретной SKU, а сгруппировать товары по таким неким потребительским категориям, ну, например, по премиальности. Разделить пиво на премиальное и эконом, разделить чипсы на премиальное и эконом и посмотреть, как пересекается премиальное пиво с эконом-чипсами и наоборот. И если мы понимаем, например, да, один из примеров, если мы видим, что с премиум-пивом покупают эконом-чипсы или с эконом-пивом покупают премиум-чипсы, то тут вот сразу встает вопрос о пересмотре ценовой политики. Либо вы чипсы переоцениваете, либо пиво недооцениваете. То есть явно где-то можно было бы заработать больше, выравнивая эти сегменты. Здесь также можно укрупнять и анализировать категории в целом, да, вычищая какие-то нерелевантные, например, там STM. Смотреть корреляцию между STM и не STM,
То есть тут подходов будет очень много, и каждый из них может влечь пересмотр ценовой политики. Самое важное – группы анализируемые не пересекать, так как они должны дополнять друг друга. То есть два дополняющих вида пива должны иметь минимальное количество пересечений. Да. Если говорить о кейсах, которые были, встречались в реальности, один из них вот привел я, с которым я лично встречался, один еще голосом скажу. Rail-анализ вот в свое время проведенной компанией Teradata для одной из сетей, там было порядка миллиона транзакций, показал, что в период с 17 до 19 часов пиво чаще всего покупается с подгузниками. Очень интересная такая зависимость была. И, конечно же, ритейлер не стал ставить подгузники с пивом вместе, потому что это совсем уже несопоставимые категории. И непонятно было, по чем же это объясняется, да, потому что мы привыкли, что пиво это пиво с чипсами всегда покупается. Оказывается, просто матери посылают мужей после работы в магазин купить детям подгузники, а себе он покупает пиво. И вот такая вот интересная зависимость была обнаружена. Это были такие первые инсайты с помощью данного анализа, который получили в 90-х годах. Лично я в свое время проводил анализ у одного из крупнейших ритейлеров, и мы увидели такую устойчивую связь в одном только в регионе, то есть, точнее, даже в одной локации. Почему-то там так случилось, но неизвестно. А потом оказалось, что там есть разные итальянские и грузинские рестораны, и там люди почему-то любят острое, не знаю, привыкли, может быть, к этой локации. И мы увидели очень такую устойчивую зависимость макаронов и соуса Салиса. И в итоге выложили, поменяли выкладку, да, совместили их. Добавили соус сальса к макаронам, и это сильно увеличило и то, и то. Повышая, ну, не только сами продажи, да, но повышая еще лояльность. То есть мы прислушиваемся к покупателям, мы видим, что с чем им нужно, и это высказывается на лояльность покупателя. Они говорят, ну, значит, мы не просто так какая-то общая масса. И, кстати, вот эту методологию Rail, которая была с Teradata проверена, мы вот совсем недавно проверяли у одного из ритейлеров российских, он представлен в Москве, это сеть прям гипермаркетов, таких больших, огромных, и что удивительно, мы это подтвердили вот прямо здесь и сейчас. А если говорить о том, что будет в будущем, да, в ближайшее будущее после выхода из кризиса или вот в том процессе, на который мы сейчас находимся, конечно же, будут меняться потребительские предпочтения. И подобный анализ, что чего дополняет или что чего исключает, будет позволять ритейлерам, ну, двигаться как-то в тренде рынка, потому что сейчас, ну, нет какой-то единой организации, которая скажет, что завтра спрос будет тот или иной, и там товары будут комплементарны или будут сопоставимы, и это будет закон, и все его пойдут исполнять. Конечно же, спрос и структуру спроса повторяют и управляют покупатели. Важно здесь максимально быстро на это реагировать, а для этого вам нужны будут методики и аналитики. И вот все системы и все техники, которые мы предлагаем аналитические, они базируются, ну, в том числе на подобных ML-алгоритмах. И то решение, которое мы сейчас предлагаем совместно с нашими партнерами Computera, оно как раз из области работы в ML и в искусственном интеллекте. И, конечно, она улавливает многие зависимости, дополнения и хало-эффектов. Делать это уже по умолчанию, здесь не нужно, не знаю, там, выгружать миллион терабайтные записи, чтобы такие зависимости выловить и оптимизировать, например, цены уже с этой зависимостью прямо в самом решении. Здесь по традиции я оставлю ссылку, если кому-то вдруг интересно перейти вот на такое именно интеллектуальное ценообразование, в котором как раз будут учитываться все эти взаимопереходы и дополнения. Важно это делать в режиме онлайн быстро здесь сейчас, то можете здесь как раз прислать запрос, ну или вопрос, мы можем более подробно здесь рассказать, вам отдельно рассказать, поконсультировать, как это можно проводить. Еще отдельно хотел бы рассказать о том, что совсем недавно открылось сообщество ценообразования. Я сейчас отправлю ссылку на Telegram. Там мы будем публиковать различные материалы, подобно тем вебинарам, которые мы проводим, и более такие практические бизнес-кейсы, а также исследования по рынку ценообразования с точки зрения решений, тактик, стратегий, которые проходят на России и страны СНГ. Так как у нас такая клиентская база очень большая и со всеми можем контактировать, мы в ближайшее время уже запускаем различные опросы, и всю аналитику будем выкладывать в этом телеграм-канале, так что, если интересно, почитать разнообразный и там из зарубежных в том числе материал,
и свежайшие исследования, то добро пожаловать. На этом, коллеги, у меня все. Если есть какие-то вопросы, прошу в чат. Если есть вопросы, которые возникнут попозже, можете опять-таки через QR-код их просто задать. И мы просто с вами можем пообщаться. Это никогда не затруднит нас. Давайте пару минут подождем, если вопросов туда не появится. Кто-то пишет вопрос. Александр В. Спасибо, да, спасибо вам. Спасибо вам большое. Коллеги, еще раз дублирую ссылку на следующие вебинары. Даты будут уточняться. Регистрируйтесь, приходите, будем вас ждать.